Всем привет, дорогие друзья, с вами Локи, мы продолжаем анап за Халка. Как видите, я поменял себе одного футболиста, поскольку в прошлой серии мы забили один гол. Я поменял вратаря и также подготовил себе пару-тройку футболистов уже про запас, которых смогу потом поменять, когда забьем Халком гол. После первой серии многие в комментариях писали, что я нуб, что я не умею играть, зачем я матерюсь и оскорбляю соперников, если у меня кривые руки и тому подобное. Ребят, я играю в первом дивизионе, я играю за правого флангового форварда, а не за центрального форварда. И Халк это не Криштиану Роналду, который может реально сотворить просто невероятное. И игра действительно сложнее. Я играю не в восьмом, не в девятом дивизионе, не в десятом, а в первом. И меня действительно бесит то, когда я выхожу играть вот таким вот составом против человека, у которого в команде информы одни золотые футболисты, и он играет на одних сраных навесах. Ну а что я ему должен сказать? Молодец, клево играешь? Как мне говорят, ну как он может забивать, так и забивает, типа. Ну в чем тогда интерес игры? Унизить соперника? Ну, я не знаю, ребят. Если вы считаете, что я не умею играть, вы можете просто не смотреть. Тем людям, которые нравятся, они поддержат меня лайком. И спасибо вам, ребят, за это огромное. Ну что, мы попробуем. Попробуем сегодня сыграть уже два матча. Спасибо вам за много положительных отзывов по поводу нарезки. Сейчас будем смотреть и пробовать, как же у нас получится сыграть. Кто-то предлагал мне играть в низших дивизионах. Ну, ребят, честно сказать, я не представляю. О, отлично, просто жесть. Левандовский, опять Шакири. В прошлой серии, да, я извиняюсь, ошибся там, когда забил Шакири сильным мощным ударом. Здесь опять Ройс, Мюллер. Это будет, друзья, жесть. По нашему фланду Сократис и Алаба. По флангу Халка. Ну, попробуем. Еще какие-то лаги. Халк, дальний удар. И хорошо так сразу, смотрите. С первых минут приложился, правда, с правой ноги. Хороший момент. Я буду серьезно лучше молчать, ребят, потому что играть так, как играют они. Ну, уронили Халка и пенальти, друзья. Это шанс для первого гола. Посмотрим повтор. Здесь Данте уронил Халка. И Халку мяча. Разбегается удар 1-0. 1-0, дорогие друзья. Ну что ж, как бы ни сложилась эта встреча, но одного футболиста мы уже сможем поменять. Данте с мячом. Вот это точно навеса дрочер. Смотрите, как у него забомбил пуканчик после того, как он пропустил. Ой-ой-ой-ой-ой. Вратарь красавец, а? Халк от двоих ушел. Халк с правой ноги не сильно прямо в руки голкиперу. Халк.
Не получилось пробить. Халк будет первого мяча догонять, догонять, догонять. Нет, немножко не успел. Снова Халку пас. Изумительно. И Халк на фланге. Что творит этот бразилец? 2-0, друзья! На 42-й минуте. Вот так вот, без особого дриблинга. Просто мы уложили всю защиту соперника на пятую точку и аккуратно послали в угол. 2-0. И здесь еще желтую карточку Сократис, наверное, получит. Хотя непонятно, что это был за момент. 2-0, друзья. 2-0, а значит, два футболиста сегодня отправится в наш состав. Нарушение правил. Желтая карточка. Ройс получает ее. Здесь Халк ему между ног уже прокинул. Попробуем шлепнуть. Слишком высоко, и на этом у нас первый тайм заканчивается. Еще одно нарушение правил, еще будет желтая карточка. Нет, судья пока устно предупреждает. Да ты попробуй Халка так еще сдвинь. Снова Халку мяча. Не сильным получился удар. Мюллер, Мюллер, держать. И все-таки Левандовский забивает нам один мяч. Опять с навеса с фланга. Халк, вот это удар, вот это выстрел. Вот почему я люблю Халка, за вот такие вот удары с дальних дистанций. Ошибочка. Манжукича, держать, держать его. И еще один удар, опять с навеса. 2-2, друзья. Конечно, это обалденный гол. Фантастика. Халк, нет. Еще один удар в исполнении Халка. Отважно борются наши парни. Последняя минута матча. И это Марко Ройс. Все, друзья. 2-2. Первая наша ничья. И Халк делает дубль. Но мы хотя бы забили их не с навесов. Ну что, меняем еще двух футболистов. Итак, я думаю, мы поменяем вот этого центрального защитника. Так, хорошо. И поменяем... Так, скорость 81. Так, секунду, давайте-ка вот так вот. Так, скорость 71. Ага. Главный, хорошо. Защита, дриблинг, удар, передача 51. Ну ладно, да, давайте поставим сюда. И второй матч. Второй матч. У нас уже три
три бронзовых футболиста в составе. Фух. Прошлый матч получился интересным. Надеюсь, что этот будет не хуже. 8-4, немцы. Да, друзья, и снова Алаба будет терзать Халка. И еще и... Ну, здесь опять два быстрых фланга. Бьется 1-0. И опять за шиворот навесы. И кто-то там в комментариях говорил, типа, это не забросы. А что это, друзья? Вот я тоже буду на забросах. Только у меня всего один Халк, а не Левандовский, Ройс и кто там у него еще на фланге. Блашиковский. Не получается пока у нас, друзья, перейти в свою нормальную атаку. Ну, а этот парень продолжает швырять навесы на быстрого Ройса. Блашиковский на фланге. Сейчас туда, на дальнюю. Да, 2-0. Да как так-то? Я просто не понимаю, что это за бред? Как он не смог попасть головой, я про защитника нашу. Это просто, просто жесть. Халк, ну-ка жахни. Хотя бы первый удар в сторону ворот. Рикошет. Халк! Ух, хорошо. Да жаль, не забили. Ну как так-то? Ну, хотя бы не дали ударить. И теперь гол. Писец просто на тупых забросах. Ребят, вот честно скажите, это что настолько интересно? И вы мне еще говорите, зачем я матерюсь и оскорбляю соперника? Да что ж ты... Халк, ну... Нет. Не получается у нас. Такое чувство, что его футболистов просто больше. Ну и пошла контратака. Гётце и здесь обосрался. И мы проиграли, друзья. Ну ничего, двух футболистов за эту серию мы открыли. Ставьте как можно больше лайков, тогда быстрее выйдет серия. С вами был Локи. Всем спасибо и пока-пока.